Тюменским активистам и предпринимателям рассказали, где брать ресурсы для развития проектов уличной культуры. Лекцию организовало Тюменское агентство развития креативных индустрий совместно с центром «Мой бизнес». Эксперты объяснили, как позиционировать свое событие, чтобы о нем узнали, и разобрали кейс фестиваля «Битва на Туре», в рамках которого прошла встреча. Участники поделились личными историями обращения за материальной поддержкой для своих проектов и получили обратную связь от спикеров. И у команды «Битва на Туре», у его партнеров накоплен опыт привлечения разных ресурсов. Поэтому очень логично именно на этой площадке об этом рассказывать, потому что все наши эксперты – это не теоретики, это живые практики. Мы понимаем, как работать с разными типами ресурсов и делимся этой информацией. На самом деле, одна из главных задач «Битвы на Туре» – это не только непосредственное проведение спортивных мероприятий, это формирование сообществ, это формирование компетенций в том регионе, где проходит это событие.